На улице Маршала Неделина в Одинцово завершается благоустройство сквера у мемориала труженикам тыла, детям войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На объекте уже выполнены основные работы. Их качество лично проверил секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Андрей Иванов. Он сообщил, что до конца года сквер будет готов, пьедестал облицуют гранитом, а территорию сквера оборудуют камерами видеонаблюдения.